Я хочу предостеречь вас сегодня. Относитесь к греху серьезно и старайтесь избегать его. Иисус заберет свою невесту, которая очистила свою одежду и готова предстать перед Ним. Боитесь ли вы Бога? Почитаете ли вы Его? Если да, то будьте готовы встретить Его. В Писании ясно сказано, что никто не увидит Господа, если не будет святым. Многие в тот день упадут на колени и не смогут встать. Восхищение предназначено для остатка, для невесты, а оно не для всех верующих. Многие останутся позади, поэтому будьте серьезны, посвятите себя Богу, будьте чисты и достойны, когда Он придет. Мы так же близки к восхищению, как к ядерной войне. Это ваш знак. Будьте внимательны и готовьтесь сейчас. Он придет за невестой, которая любит его. Держитесь за свою корону, потому что битва почти окончена.